Винус Уильямс и семья мужчины, который погиб в результате автоварии с участием внедорожника-теннисистки, заключили мировое соглашение. Детали и сделки не разглашаются. Известно только, что спор был разрешен неделю назад, но информация об этом появилась лишь сейчас. Авария произошла в июне прошлого года во Флориде. Первоначально считалось, что виновата в случившемся Винус Уильямс. Но после детального изучения записей с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что теннисистка действовала в рамках правил дорожного движения. Выяснилось, что ДТП произошло по вине водителя третьего автомобиля, который пересек дорогу на красный свет. В результате аварии 78-летний Джером Барсон получил серьезные травмы. Через две недели он скончался в больнице. За рулем автомобиля в тот момент была его жена.